Привет всем! Вы на канале Вкусный уголок. Сегодня приготовлю очень вкусный рыбный салат. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Для начала две крупные луковицы нужно почистить и порезать тонкими полукольцами. Затем ставим сковороду на огонь, наливаем немного растительного масла, выкладываем лук и, периодически перемешивая, обжариваем до золотистого цвета. Лук готов. Выключаю огонь и оставляю его остыть. Как видите, у меня немного масла на сковороде, но если так получилось, что вы налили много, тогда поставьте сковороду немножко под наклоном, чтобы лишнее масло стекло. Теперь берем горбушу, либо тунец в собственном соку. У меня здесь в баночке 240 грамм. Я слила всю жидкость, выкладываю на тарелку и разминаю вилкой. Выкладываем в емкость. Добавляем 5 отварных яиц, порезанных кубиком. Сюда же 3 средних мелко порезанных соленых огурца. Если они у вас очень водянистые, то жидкость лучше отжать. Маленький пучок мелко порезанной зелени, у меня укроп. И добавляем лук со сковороды. Напомню, что если очень много масла, то его лучше слить. Соль я в салат добавлять не буду, потому что у меня огурцы соленые и рыба. А добавлю немножко черного перца. Вы же смотрите по своему вкусу. Заправляем салат майонезом, буквально пару столовых ложек, и хорошо перемешиваем. Вот такой вкусный рыбный салат получился. Его можно приготовить к тихому семейному ужину, либо на любой праздничный стол. Обязательно попробуйте. И если вам понравилось видео, ставьте лайк, оставляйте комментарий и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.